душ мою вон ми, Господи, помощи ми, почися, да постыдятся и посрамятся, ищущие душу мою, да возвратятся спять и постыдятся, хотящие ми злая, да возвратятся оби, стыдящиеся, глаголющие ми. Начался Великий пост. Он напоминает нам о 40-дневном посте Спасителя в пустыне. Это время для подготовки к главному православному празднику – Светлому Христову Воскресению. Вот уже более 1000 лет в течение первой седмицы Святой Четыридесятницы на вечернем богослужении верующие слышат слова покаянного канона святого Андрея Крицкого. Преподобного Андрея, архиепископа Крицкого, называют учителем покаяния. Так глубоки и пронзительны слова его творения. Великий покаянный канон состоит из 250 тропарей. Он называется великим не только по необычному числу стихов, но и по внутреннему достоинству и силе молитвенного настроя. В нем мы созерцаем события священной истории Ветхого и Нового Заветов. Показывая добродетели и подвиги святых, преподобный Андрей Крицкий не забывает и о злых, жестоких делах, призывая нас к изменению своей жизни. Через весь канон проходит одна мысль, которая повторяется во всех его песнях. «Согрешил больше всех человек, един согрешил тебе, Господи, но смилуйся и будь милосерд ко мне». Служба с чтением канона Андрея Крицкого проходит в полной темноте. Стоя на коленях, верующие просят у Бога прощения и дарования сил, чтобы изменить себя. Это только начало пути покаяния, к которому стремится человек в течение всей своей жизни. Я буду